На днях молдавско-российское предприятие «Акционерное общество «Молдова-Газ» в торжественной обстановке отметило завершение очередного и самого главного этапа капитальной реконструкции газораспределительной станции «Кишинев», которая обеспечивает надежную и безопасную доставку природного газа потребителям муниципия Кишинев. Организация, эксплуатирующая данный стратегический объект «Молдова-Трансгаз», крупнейшее дочернее предприятие системы «Молдова-Газ», обеспечивающее поставку газа потребителям Республики Молдова и его транспортировку. Объект был введен в эксплуатацию еще в 1966 году. И в силу разных причин не было возможности, в первую очередь это отсутствие денежных средств, не было возможности провести капитальную модернизацию. А вы сами понимаете, что объект, который послужил более 40 лет, конечно, нуждался в этом. Мы в последнее время смогли найти денежные средства для капитальной модернизации. И мы сейчас присутствуем на завершении одного из этапов этой капитальной модернизации. Была произведена полная замена узлов по очистке газа. И это, конечно, нам даст в первую очередь улучшение качества природного газа, который будет поставляться потребителям. И во вторую очередь улучшение надежности и безопасности снабжения потребителей. Вопрос очень принципиальный для Кишинева. Прежде всего, это то, что надежность. Ну и Горецко находится буквально в черте города, поэтому здесь принципиальный вопрос – это безопасность. Сегодня то оборудование, которое установлено, оно позволяет надежно поставлять газ в Кишинев, принципиально решить вопрос качества газа и, как я уже сказал, это вопрос безопасности. Общие инвестиции в первый этап реконструкции и модернизации Кишиневской газораспределительной станции номер 1 в 2010 году составили более 30 миллионов лей.